Всем привет, на связи Руслан Захаркин, канал Захаркин Крипта. Батюшки-матушки, посмотрите, какая усадьба крутая. Определенно, платформа Вал помогает подняться. Ладно, шучу. Но не шучу в том, что она помогает подняться. Усадьба, конечно, не моя, но когда-нибудь будет моей. Смотрите, какая история. В прошлый раз я выводил через USDT. Ну и процент был, скажем так, грабительский, удержание. В этот раз я хочу попробовать другую платежную систему, другой способ. И мы посмотрим, какая там комиссия, как быстро это все приходит. Ну и, конечно же, все на своем личном примере. Итак, погнали. Как говорится, танцуют все. Ладно, это вам не Иван Васильевич меняет профессию. Сейчас будем выводить не абы куда, не на USDT, а на мой Payeer. Вот он уже ждет. Офигеть, как ждет. Да, все у меня верифицировано, все замечательно. Поэтому мы заходим в вертикальное меню слева, покупка-продажа. Ищем доступный баланс, вот он, я его выделяю. И нажимаем на перевод. Смотрите, бац. Так, выберите целевой кошелек. Конечно же, заявка на выплату. И выбираем здесь вплоть до 1/10, да? Сейчас будем выводить все четко, прям офигеть как четко. Вот так вот будем выводить. Смотрите, $115.30. Итак, все круто, все круто. Нажимаю на подтвердить. Ага, конечно, сейчас мы вам подтвердим. 20 раз подтвердим. Так. Платформа Вал, оповещение системы безопасности. Конечно же, мы сейчас зайдем. Для подтверждения перейдите по ссылке. Конечно же, я перейду по ссылке. О чем разговор? Угу, замечательно, хорошо. Мы снова возвращаемся. Значит, покупка-продажа. Бац. И ждем, когда у нас доступный баланс, который вот он уже списался, мы видели же по истории операции, перейдет на оформлено на вывод. Все как в прошлый раз, потому что это уже для меня не первое видео, и по-любому вы уже смотрели, как я выводил на USDT. Но я сейчас не хочу на USDT выводить, я хочу вывести, именно вам показать на платежную систему Payeer. Ответ прост, почему я так решил переобуться, да, с USDT на Payeer? Да потому что там комиссия меньше. Ждем. Итак, let's go. Дата подтверждения. Ага, совпадает с датой вообще, когда я это все начал. Ну, буквально полчаса, 35 минут, и у меня уже все оформлено на вывод. Будем выводить, смотрите. Значит, я нажимаю на вывод. Куда буду выводить? Да, конечно же, именно эти токены я буду выводить. У меня еще плюс букмекерские здесь приплюсовались, поэтому выполняю. Бац. Итак, на что? На Payeer. Payeer USD, да? Давайте на Payeer. Так, сразу захожу на Payeer. Вот мой номер счета. Так. Или какой мне там номер счета взять? А? Какой мне взять номер счета? Фиатный? Вот этот? Копируем. Вот видите, да? Верхнее горизонтальное меню. Ну, чуть правее от центра. Давайте вот нажимаем копировать. Вот это вот, видите? Я его выделяю. Обязательно заведите себе Payeer, если что, ссылочка будет в описании. Все скопировали. Нажимаем на Payeer. Бац. Сколько у меня? Вот столько. Нажимаем на вот этот вот баланс, чтобы его не вписывать здесь вручную. Нажимаем бац. Все. 116. Ага. Итак, а какая комиссия? Вот $3.50 или 3%. А давайте-ка посчитаем. Что-то я не понял. Мне всегда тройки почему-то ставили по математике. Вот сейчас выясним, за что. Наверное, из-за того, что меня училка не любила. Ну да ладно. Итак, в 1% у нас такая вот тема. Давайте умножим на 3, чтобы понимать, что вообще происходит. Ну да, где-то так и получается. $3.50, либо 3% от 116.60. Все верно, все нормально. Меня действительно недолюбливал преподаватель. Блин. Поэтому все нормально. Итак, кошелек, вот он. Еще раз проверяем. 10.33.87.01.39. Если что, донаты тоже туда принимают. Так, 10.33.87.01.39. Запомните, дорогие друзья, дорогие коллеги, лучше перепроверить, а потом уже отправить. Это намного безопаснее. И, кстати, выгодно выводить. Реально выгодно. Не то, что тогда я на USDT выводил. Ладно, все, отправляю. Создать заявку на вывод. Давай, 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 быстрее. Смотрите, видите, ползуночек. Все хорошо. Смотрите, оформлено на вывод.
Все вывел, подчистую. Как только бабосики придут, обязательно вам все покажу. Ждем. Блин, где мои деньги? Куда делась моя прибыль? Ой, слушайте, извините, что так позорюсь. В общем, я уже собирался спать, как вдруг мне пришло уведомление, что 113 баксов пришли на PR. Смотрите, круто, да? Давайте-ка проверим. Я даже ради этого специально установил приложение PR. Так-то все с компа делал. Нет, надо здесь. Ну что, смотрим. Ух ты, круто. Так, история. Ну, первый платеж 1.29, это по другой теме. А вот 113 баксов. Все пришло, операция выполнена. Спасибо. Так что все работает, вывод работает, PR работает и очень минимальные комиссии на PR. Мне нравится. Спасибо большое платформе Вал, а теперь послушайте дальше. Ладно, шучу, на самом деле все мне уже пришло. Смотрим мою платформу PR и офигеваем от того, что быстро пришло, хорошая скорость, минимальный процент, улыбка до ушей. В общем, все нормально, все работает. И вот эта вот показуха, конечно, да, чтобы вы немножечко пришли в себя. Не надо бегать с металлоискателем или вообще со своей рукой и просматривать в листве какие-то какашки или искать там какую-то прибыль. В листве ее явно нет, если вы не мусорный король, либо не ГБУ жилищник какого-то района города Москвы. Вот. Сейчас все здравомыслящие люди и люди, которые верят интернету и понимают, что там можно очень хорошо заработать, они, конечно же, инвестируют в самые разные проекты, в том числе криптосетевые. Если вы хотите иметь возможность подняться, то я, ну, скажем так, не то чтобы рекомендую, просто рассказываю про свой личный опыт, и кому интересно, все ссылочки в описании. Заходим на платформу Вал, смотрим, какие здесь условия, нравится, не нравится, терпимая красавица, а дальше уже принимаем свое собственное взвешенное решение. Заработать здесь можно. На момент записи этого видео платформа Вал хорошо работала и исправно платила, и мой пример, яркий тому пример. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте лайк, сделайте репост, подпишитесь на мой YouTube-канал Захаркин Крипта, пожалуйста, поставьте колокольчик, чтобы не пропустить новое видео, и напишите мне свой запрос. Сколько бы вы хотели зарабатывать в интернете и конкретно на платформе Valve? Быть может, нам с вами по пути. Пока!